До Нового года осталось совсем немного времени. Уже с этой недели по поручению главы города начнутся активные работы по праздничному оформлению общественного пространства Большого Сочи. Еще ранее Анатолий Пахомов поставил задачу провести демонтаж рекламных конструкций на территории курорта. И на сегодня эта задача практически выполнена. Глава Сочи поручил директору департамента оформления и дизайна городской среды уделить особое внимание световому оформлению города. Однако к этим приятным хлопотам необходимо привлечь и стороннюю силу. Лучших отметят по итогам конкурса. Конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов торговли, на лучшее оформление объектов санаторно-курортного комплекса, на лучшее оформление сел. В рамках главной темы совещания «Подготовка курорта к предстоящему зимнему сезону» глава напомнил и о федеральных законодательных поправках на предстоящий год в 113-м законе Налогового кодекса. 1 января 2019 года в состав налогооблагаемых расходов организации войдет оплата отдыха работников и членов их семей. Это то, чего в течение нескольких лет лично добивался глава города Анатолий Пахомов. Работодатель сегодня имеет право, значит, до 50 тысяч рублей каждый год тратить на своего работника на оздоровление его. Это все входит в налогооблагаемую базу, то есть себестоимость продукции. Для курорта это возможность привлечь еще больше поток отдыхающих из разных регионов в рамках программы «Открытый юг», которая делает еще более доступным отдых на территории курорта. Стоимость отдыха будет рассчитываться по льготной цене и позволит пройти курс санаторно-курортного лечения в ведущих санаториях и пансионатах Сочи в период межсезонья. Нами проведена большая работа по, значит, презентациям в крупных городах-миллионниках. Мы собирали как раз руководителей крупных промышленных предприятий, и уже сформирована огромная база таких предприятий, которые готовы оздоравливаться в Сочи. Сейчас город в активной стадии подготовки к предстоящему инвестиционному форуму «Сочи-2019», который пройдет на территории курорта в феврале. В рамках форума Сочи будет представлен отдельной экономической зоной, как активно растущий международный всесезонный курорт «Экополис» федерального значения с высокой культурой сервиса и досуга. Согласно краевой стратегии развития, которая будет утверждена до конца этого года, Сочи представляет 7 флагманских проектов, один из которых – цифровизация. Это также позволит получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. Помимо этого, край представляет еще ряд инвестиционных проектов. Краснодарский край представляет инвестиционные проекты, края будет 4, которые вне связи с какими-то конкретными муниципальными образованиями. То есть это конкретно Краснодарский край. Вместе с тем, сочинская агломерация, мы отдельно выделены в стратегии края, и это, безусловно, нас радует. Нам отведена роль, достаточно интересная, я считаю, что мы привлечем внимание федерального центра и гостей форума. На сегодня для участия в программе подготовлены 14 проектов, по 5 из которых уже утверждено финансирование на общую сумму 6 миллиардов рублей. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.